Ласточки пивуньи над моим окном лепят, лепят гнездышко. Знаю, скоро в нем птенчики появятся, станут голосить, будут им родители мошкару ловить. Выпорхнут малютки летом из гнезда, полетят над миром, но они всегда будут знать и помнить, что в краю родном их приветит гнездышко над моим окном. Ваши аплодисменты. Праздничную концертную программу продолжит Виктор Черевков. Переулки, ах, лето красное, забавы и прогулки, как у поистины России вечера. Балы, красавицы, лакеи, юнкера, и вальсы Шуберта, и хруст французской булки. Вот шампанское, закаты, переулки, как упоительны России.
строителей в России вечера. В закатном небе пламенеет снова лето, и только небо в голубых глазах поэта, как упоительны в России вечера. Пускай все сон, пускай любовь игра, ну что тебе мои порывы и объятия? В том и этом свете буду вспоминать я, как упоительны в России вечера. Ну что тебе мои порывы и объятия? Что в великом свете буду вспоминать я, как поистине в России вечера, как поистине в России вечера. Виктор Черепков и ваши аплодисменты. История. Сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего. Сохранить опыт предков, воспитать молодое поколение по силам каждому из нас. Активная гражданская позиция дает возможность влияния на ход событий новейшей истории. Мы, приднестровцы, бережно храним и чтим страницы героического прошлого русского народа, память о подвиге защитников нашего общего Отечества священна. Она навсегда сохранится в сердцах благодарных потомков. Мы от всего сердца с Днем России поздравляем присутствующих здесь с нами, миротворцев Российской Федерации. Вам эти аплодисменты. Спасибо, что вы с нами. И к нашим поздравлениям присоединяется Анатолий Король. Встречайте. На дорогой бою моей высоте орлой два орла, и один из них начинчивее белое крыло. Если черный нынче победит, мне в бою не выдержать и дня. Если белый в битве он стоит, значит встретит милая меня. Если воин бреется, значит он надеется, на любовь надеется, значит будем жить. Может прямо лучше не идти, отсидеться где-то в стороне, но другого нет у нас пути. Беззащитников не жить в стране. Наши предки
за эти рубежи, где иссякнет родины моей, пока в бой мужчины уходи. Если воин бреется, значит он надеется, на любовь надеется, значит будем жить. Другой родины моей шелест крыльев битве нет конца, только знамя не должно упасть, сын поднимет знамя у отца. Если воин бреется, значит он надеется, на любовь надеется, значит будет жить. Если воин бреется, значит он надеется, на любовь надеется, значит будет жить. На дорогой родине моей, высоте орлы два орла, и один из них ночей чернее, у другого белое крыло. Ваши аплодисменты. Праздником. Анатолий Король. Россия – самая большая страна в мире. Она расположилась сразу и в Европе, и в Азии. Только в ней есть и полярный пояс, и тундра, и тайга, и тропики. В России живет очень много народностей, и у каждой из них есть свои музыка, песни, культура, обычаи и обряды. И всех людей, живущих в России и Приднестровье, объединяет родной русский язык, общие ценности. У нас одно прошлое, одна история и одно будущее. Вместе со своей страной! Мирный простор, что для
Ансамбль Добрыня.
Государство, границы которого четко обозначены на карте и измерены в километрах, но безгранично желание российских народов жить в мире и согласии, растить детей, развивать культуру и строить будущее. Берегите Россию, без нее нам не жить. Берегите ее, чтобы вечно ей быть. Нашей правдой и силой, всею нашей судьбой. Берегите Россию, нет России другой. Не порицайте нас тут и там, ведь мы иное поколение, мы будущего план. Наш путь нелегким будет все же, нет ничего для нас дороже. Но тем не менее есть одно но, мы будущего звено. Новое, новое поколение, мы прорубаем свое течение, бьемся о скалы на гребне волны, мы будущие страны. Новое, новое поколение, мы выдвигаем свои решения, бьемся о скалы на гребне волны, мы будущие страны. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша концертная программа подошла к концу. Мы вам желаем мира, добра и благополучия. День России! День России! Сегодня вместе с вами праздновали народный вокальный ансамбль «Добрыня», образцовый ансамбль «Добрынюшка», народный вокальный ансамбль «Ронда», народный цирк «Юность», народный ансамбль «Спиранса». Солисты Анатолий Король, Виктор Черепков, Наталья Дилан и народный вокальный ансамбль «Овация». Концертную программу для вас вели Сергей Вакуловский и Тамара Руденко. До новых встреч! С праздником! Спасибо!
Где твоя мама? Вот они! Фатима, мы уходим! Мам! Дай мне ручку. А где твоя мама? Ах ты шутница! Слышите, она мне руку сжала, я ей сжала на... Ой, зачем я тебе так сделала? Ты со своими котиками будешь. А вот это! А вот это! Мама!